Молодежь, мы всех вас приглашаем конференцию посетить. Двери наших сердец открываем, чтобы всех вас с любовью пустить. Много будет духовной пищи, темы разные будут раскрыты. Не останешься, друг, ты нищим, если сердце познанию Бога открыто. Церковь наша уже готова послужить вам во славу Бога. Вы готовьтесь принять Слово Божье, оно жизни нашей основа. Приветствую вас, молодежь. Как и в прошлые года, так и в этом году будет молодежная конференция. И от лица всех руководителей молодежи и руководителей нашего восточного региона я приглашаю вас на эту конференцию, которая будет проходить 24-25 ноября. Мы для этого сняли просторное здание в местной американской церкви, где, я думаю, вам будет уютно и комфортно. Наша небольшая церковь готова послужить вам во славу Божию. Дорогие друзья, в программе молодежного общения вы сможете увидеть участие оркестра, стихотворение, пение, а также проповеди и беседы на актуальные для всех нас сегодня темы. Пусть Бог вдохновит вас посетить нашу молодежную конференцию. В конце видео мы оставим несколько номеров для обратной связи. Всем желаю Божьих благословений.